Всем привет, друзья! Прислали мне китайцы очередную посылочку. Что-то там трясется в этой посылочке. Но я знаю, что здесь находится. Здесь находится чай гаджи, так называемый. Название такое происходит от китайских ягод гаджи. Вот, я в интернете посмотрел, чем-то они напоминают наш барбарис. Дорогой достаточно чаек, я вам скажу. Долго меня жаба душила. Вот. Но все-таки решил я попробовать. Интерес попробовать новый чай перевесил. Вот. Такие вот иероглифы. Тут вообще, помимо вот этих ягод гаджи, должен находиться зеленый чай, где написано хризантема, вот зеленый чай, гаджи, и, по-моему, там еще четвертый компонент — экстракт стевии. Довольно интересное растение, его часто используют еще в качестве сахарозаменителя, такого натурального сахарозаменителя, так что я думаю, этот чай можно будет без сахара пить. Ну давайте перейдем на кухню, сейчас мы его и заварим. Так, друзья, ну давайте посмотрим, что у нас тут находится. Вообще говоря, вот там написано хризантема на этом чае. Я опять-таки в интернет залез и посмотрел, оказывается, существует всего лишь на земле два сорта цветов хризантемы, так, пищевых, скажем так, которые вот можно употреблять в качестве чая. То есть обычные хризантемы, которые в цветочном магазине у нас продают, их заваривать я вам не советую. Не знаю я, к чему это приведет. Так что это специальный пищевой такой сорт хризантем. Сейчас мы разрежем этот пакетик, посмотрим, что там они внутри напихали. Вот, так что не так все просто. Ну, тут что-то все перемешано достаточно сильно. Трудно тут что-то разглядеть. Консистенцию, ну, видны какие-то мелкие красненькие ягодки, зеленый чай. Так, ну, говорят, китайцы очень любят этот чай. Так, друзья, значит, ну что тут написано? Написано здесь: залить кипятком, подержать 3-5 минут. И чай готов. Ну, собственно говоря, стандартная такая схема заваривания. Так. Сейчас мы поместим этот чай в кружечку. Зальем его кипятком. Накроем крышкой. Ну и, собственно говоря, как обычные пакетированные чаи, будем его заваривать. Так, заливаем водой, закроем сейчас, подождем 5 минут и попробуем. Так, ну, в принципе, 5 минут прошло, вот такой вот получился чай. Вот, не слишком он темной окраски, я сейчас вам на свет его покажу. Вот, вот такой вот чай. Ну, кто пил зеленый чай, в принципе, обычный такой цвет для зеленого чая. Он такой зелено-травяной. Сейчас я зайду на сайт AliExpress, расскажу вам о своих впечатлениях об этом чае, о его пользе и цене. Так, друзья, у меня для вас две новости: хорошая и плохая. Хорошая касается полезности этого чая, а плохая касается цены этого чая.
Ну, давайте начнем с хорошей новости. Значит, чай этот супер-пупер полезный оказался. Вот называется он гаджи, от названия одноименных ягод гаджи. Вот так вот они выглядят, эти ягодки. Ну, лично мне напоминают барбарисы и по вкусу в чем-то схожи. Вот, но что касается пользы, конечно, по всей видимости, вот эти ягоды гаджи, они полезнее барбариса. В интернете вы можете много найти всяких сайтов, посвященных медицине и, скажем, изучению влияния там различных народных средств на здоровье. Ну вот, в частности, на первый попавшийся зашел, и тут вот рассказывается о пользе этих ягод гаджи. Тут даже ставится вопрос, что не хотелось бы ли вам попробовать стать бессмертным. Вот, так что, кстати сказать, вот еще один компонент вот этого чая — это экстракт стевии, стевиозид. И я даже в интернете нашел такую книжку «Стевия. Шаг в бессмертие». Сейчас вот случайно обнаружил, что, значит, стевия является шагом бессмертия. Вот. И, собственно, ягоды эти гаджи тоже являются шагом бессмертия. Да, ведь хотите ли стать бессмертным? Но что касается моего опыта использования данного чая, то меня он выручил два раза от простудных заболеваний. То есть вот в течение 2 месяцев я два раза подхватывал где-то в общественном транспорте или на работе какую-то простуду, приходил домой, уже так вот свербило, не то что там в носу, а горло уже драло, и сопли, уже чуть не температура. Выпивал пару кружек этого чая, на утро просыпался как огурчик. Поэтому вот что касается такой вот его пользы целебной, это 100% проверено два раза. То есть два раза он меня вот на таком вот этапе, что называется, неустойчивости. Вроде бы еще не заболел, но вот уже начинаешь. Вот если этот чаек попить, то это спасает от заболевания. Вот тут достаточно большое количество положительных воздействий, которые вот эти ягоды гаджи оказывают. Но вообще говоря, сами плоды вот этих вот, вот эти вот гаджи, их можно купить и в аптеке, то есть это не проблема. Там в этом чае 4 компонента, как я говорил. Это гаджи, зеленый чай. Вот, ну, зеленый чай тоже у нас купить не проблема. Значит, третий компонент — это стевия. Вот, она тоже продается и в аптеках, и экстракты стевии. А вот четвертый компонент — хризантема. Вот это я вот не знаю, где это купить. Но, возможно, они вместе вот так взаимодействуют. Такая вот комбинация получается полезная. Вот. Что касается пользы хризантем, достаточно тоже много сайтов на эту тему высказываются. И вот из этих сайтов я, как уже говорил, узнал, что всего лишь 2 сорта хризантем существует, которые, ну, как бы, можно употреблять в пищу. Вот. И, в принципе, они также повышают тонус, противовоспалительное воздействие, вот, при наличии инфекционных заболеваний. Ну, то есть, вот, что называется, в точку, когда вы начинаете заболевать, вот, укрепляет иммунную систему, улучшает сон. Вот. Так что чай этот очень и очень целебный. По вкусовым качествам нейтральный, меня особо не впечатлил. Но по своим целебным
свойством мне понравился. Вот реально, проверил я, что от простуды он спасает. Что касается плохих новостей, стоит он, ну, относительно дорого, 845 рублей, в долларах это 14 долларов с половиной, то есть, ну, за эти деньги можно реально там какой-нибудь хороший пуэр купить, который полгода можно пить. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо всем за внимание, всем пока!